середине второго тайма под напором «Балтики» рухнула оборона гостей. Когда после передачи Буйткуса десятка хозяев «Баранов» зряче с лета перебросил мяч за спину Масленникова под перекладину. Великолепный гол. Спустя 12 минут калининградцы провели очередную стремительную атаку по правому флангу, и Вячеслав Даев красивым ударом головой замкнул передачу Руслана Джинжала, направив второй мяч в ворота гостей. 2-0. Победа «Балтики».